Детский сад и школа в селе Тигиль готовы к новому учебному году. Об этом рассказала депутат краевого парламента от Корякии Татьяна Романова, которая побывала в учреждениях социальной сферы. Она встретилась с трудовыми коллективами и узнала, как именно в заведениях готовятся к встрече с детьми. В этом году у нас провели косметический ремонт, это раз. Во-вторых, сделали пожарные лестницы новые, можете посмотреть, да? Замена пожарного водопровода в подвале. Очень большие работы были произведены. По пожарке у вас вот все сделано, да? Замечания, нарушения у вас какие-то есть? Ну, у нас сейчас проходит госэкспертизу по пожарной сигнализации. Но тут в следующем году мы будем ее просто менять, так как она устарела немножко. Бывают сбои. А видеонаблюдение у вас? Видеонаблюдение очень хорошее, новое, оно у нас все работает, функционирует. Ну, это хорошо. В этом году Тигильской средней школе из краевого бюджета направили 1 800 000 рублей на различные работы. Средства освоены полностью. Это было выделено на 4 объекта. Значит, демонтаж и монтаж аварийных козырьков над столовой и перед выходом начальной школы. Также было поменено холодное водоснабжение в подвальных коммуникациях и была заменена кровля крыши над кабинетом химии. Вот. Эти работы уже полностью выполнены, деньги освоены. Были у нас найдены и спонсоры, и своими силами. Мы сделали косметический ремонт, значит, на реакции второго этажа. Сделали ремонт кабинета 10-го. Это у нас там будет находиться кабинет логистики. Ой, лингвистики. Также было на кухне был проведен ремонт. Значит, сделаны дополнительные умывальники для мытья рук. Это предписание было у нас Роспотребнадзора. Также были поставлены ванны, отремонтирован был туалет тоже в столовой, склады, проведено новое освещение. Отрадно, что ремонт такой идет, сделано все для начала учебного года, что неравнодушные преподаватели, люди и своими силами, и помогая друг другу, все это делается для наших детей, чтобы учились, росли и в детском саду, и учились в школе в Тигиле, поэтому впечатление очень отрадное, хорошее. Будем помогать, стараться помогать все вместе, я думаю, что осилим все преграды. В учебных заведениях Тигильского района отметили, что депутаты Татьяна Романова и Борис Чуев всегда откликаются на просьбу педагогического коллектива и помогают в решении насущных проблем.